Транспортной логистике особое внимание. В прошлом году в регионе было отремонтировано 417 километров дорог на сумму почти 14 миллиардов тенге. В этом году эта работа будет продолжена, но пока не готовы крупные проекты по строительству нового моста через реку Иртыш и Восточной объездной. О дорожных работах в материале нашего корреспондента. В этом году планируют реализовать 105 проектов по реконструкции и ремонту автомобильных дорог местного значения протяженностью 539 километров на общую сумму 20 миллиардов тенге. Также в целях развития социально-экономического развития Иртышского района, Ахтугайского района мы начали реализацию ремонта дороги Разумовка Баскамыс-Крес-1 с выходом на Икибастуз. Тем самым для жителей сел Иртышского района, Ахтугайского, то есть если они хотят попасть в город Икибастуз, дальше выходом в Астану, тоже порядка 100 километров сокращается путь. Здесь мы в 2022 году из Разумовки до Баскамыса отремонтировали 30 километров из 55 километров. В текущем году мы планируем завершить. Продолжатся также работы по крупному проекту Кызыл-Октябрь-Жана-Акшиман между Майским и Баянаульским районом. Будет произведен ремонт автодороги Акшиман-Лекер протяженностью 36 километров и Баянаул Угольная, 26 километров. Мы соединяем вот населенные пункты Кызыл-Октябрь, Жанакшиман и село Угольное. Тем самым для жителей Майского района или для жителей Восточно-Казахстанской области, если они хотят посетить наши туристические зоны, зоны отдыха, Жасыбай, озеро, как Баянаульского района, то есть они здесь могут в будущем сократить. Это порядка более чем на 300 километров. Протяженность пути сокращается. Рассказали также о строительстве нового моста через Иртыш, который глава государства поручил начать в текущем году. Старому мосту через Иртыш более 60 лет, и он находится в аварийном состоянии. На сегодняшний день в Министерство финансов Республики Казахстан подана бюджетная заявка о выделении средств на реализацию данного проекта. Но пока решения по выделению средств на сегодняшний день нет. Старый мост в неудовлетворительном состоянии находится сейчас. Его пытаемся поддерживать в том же состоянии, в котором он был, когда был проведен экспертиза данного проекта, этого сооружения. Ну, хуже он стал или нет, я не могу вам сказать об этом. В этом году завершится ремонт и на проблемном участке дороги Калкаман-Баянаул-Умыткер-Ульяновский, который периодически размывает. Там возведутся два новых моста. Один уже введен в эксплуатацию, по второму работы продолжаются. Мы график производства работ пересмотрели, и сейчас план стоит у нас ноябрь 2023 года, завершение всех видов работ. Но на сегодняшний день у нас мост возведен полностью, проезд по верху обеспечен, то есть пролетные строения полностью сделаны, поднята насыпь земляного полотна, порядка 2 метров насыпи подняли, но еще работы будут продолжаться, сейчас ведутся работы по отведению земляного карьера. Также по спецпроекту АУ ЕЛДСГ пройдут ремонтные работы дорог в районных центрах и опорных селах протяженностью 90 километров на общую сумму 2,8 миллиарда тенге. Ермек Сапаров, Юрий Белевский, ЕРТС Акпарат.